Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это женская парка «Ксения». Бесплатная доставка в любой регион России сегодня вам обеспечена и защита до света. Минус 30 градусов. Посмотрите, какая роскошная у нас с вами парка. Теплая, невероятно уютная, закрывает все наши женские органы. Ну и, конечно, здесь еще роскошный эко-мех под чернобурку. Какая женщина не любит тепло и меха? Слушайте, ну минус 30 градусов защита. Она настолько теплая, что вот я, как мама двоих детей, вынуждена очень много времени зимой проводить на улице. Это горки, санки, ледянки. Так вот, когда я стою со своими детьми, то они-то бегают, а мне приходится стоять. Мне очень и очень холодно, но при этом хочется согреваться, хочется, чтобы было невероятно уютно. Так вот, такая парка абсолютно точно вас согреет. Вот так вот на улицу выйдете со своим ребенком, пока он будет бегать и играть в снежки или строить снеговика, вы будете стоять с мамочками, да, общаться, да и при этом не мерзнуть. И наслаждаться осенней, зимней, теплой вот такой вот паркой. И все почему, Свет? Ну, потому что здесь у нас внутри специальный наполнитель. Наполнитель, который дает нам согреваться до минус 30 градусов. Это холофайбер. Наполнитель, который разработан специально для тех, кто занимается зимними видами спорта, например, лыжники, или для наших, например, исследователей на Северном полюсе. Вообще холофайбер – это волокно, внутри которого есть простые такие поры, где внутри находится воздух. Именно он не дает выходить нашему теплу наружу, но и холоду не поступать к нам внутрь. Размер наряда от 50 до 58. Напомню, что это бесплатная доставка. Я напомню, что это экономия 2900 рублей. Так ведь это еще и самая сезонная покупка как раз сейчас. К холодам успеваете получить парку женскую «Ксения», которая согревает в минус 30 градусов. Самая выгодная покупка в течение суток на нашем телеканале. Самая большая скидка только сегодня. Она настолько теплая, она настолько уютная, что никакие морозы в этой парке вам не страшны. Я предлагаю прямо сейчас познакомиться с цветами, которые у нас есть. Давайте выбирать. Я для себя выбираю ярко красный оттенок, посмотрите, такой насыщенный. А далее у нас есть с вами классический синий. Вы посмотрите на синем фоне, как играет мех нашей чернобурки. Далее цвет, обратите внимание, зеленый, темный. Как роскошно смотрится с мехом. Я обожаю меха. Какой он еще здесь богатый и густой. Я выбираю для себя цвет хаки. Это тоже оттенок зеленого. И их здесь в нашей коллекции именно два, потому что в 2019 году зеленый цвет будет самым-самым популярным. Поэтому вы выбирая его, вы, конечно, следуете самым последним, самым модным трендам. Роскошный мех, очень теплая парка в минус 30 градусов. Вы выйдете на улицу и абсолютно не замерзнете. Представляете, стоите ли вы на остановке, гуляете со своими домашними питомцами или детьми, вам нипочем любой мороз абсолютно. И ведь это специальная цена. Слушай, в магазинах такие парки будут стоить от 10-15 тысяч рублей, а у нас сегодня менее чем 5 тысяч рублей, еще и с бесплатной доставкой в любой регион России. Света, очень важный вопрос, да. Как размер подобрать? Мы будем выбирать на размер побольше. Зимой мы любим утепляться, надевать теплые свитера. Если у вас, например, пышная грудь, и грудь у вас больше, чем бедра, можно взять даже на 2 размера На побольше. 2 размера больше, если у вас богатые формы. Ну а если у вас, так сказать, ровненькая фигурка, берите просто на размер больше, как сделала это я. Почти 3000 рублей экономии с бесплатной доставкой. Слушай, ну что это за холофайбер такой, что на Северном полюсе в нем не холодно? Давай посмотрим. Я для тебя подготовила буквально целый вот такой графин этого наполнителя. Посмотри, какой он мягкий, он очень нежный, напоминает чем-то, да, вот гусиный пух, синтепон. Но в отличие от всех других наполнителей, он у нас с тобой еще и вот такой, посмотри, рифленый, прекрасно содержит форму. То есть мы можем стирать такую курточку, такую
парку, и он будет прекрасно восстанавливаться. Только единственное, стираем мы его жидкими средствами, порошком для, например, шерсти. Слушай, ну давайте посмотрим, какие свойства имеет холофайбер. Давай поговорим об этом. Во-первых, он долговечный, мы его долго будем носить. Он гипоаллергенный и воздухопроницаемый, поэтому прекрасно подойдет для любой кожи, для любых вообще случаев жизни. Мягкий, он мало весит, ну и, конечно, простой уход, как мы с тобой уже и говорили. Просто стираем в домашних условиях. Конечно, стираем, с удовольствием ухаживаем, никаких химчисток. Здесь роскошный мех, выполненный по чернобурку, вы не отличите его от натурального. И насколько мне нравится, что нашу парку можно носить не просто с брючками, но даже и с юбкой. Конечно, потому что у нас с вами парка универсальная. И все от того, что вообще парка к нам пришла именно от стран северных народов, от эскимосов, которые в свое время делали ее из оленьих шкур. Поэтому, конечно же, такая парка проверена не одним десятилетием. Важно отметить, что здесь у нас детали, которые нас не только украшают, но и согревают. Например, фурнитура у нас вся функциональная, карманы, молния. Посмотрите, молния у нас скрыта еще под клапаном, а это значит, что сюда к нам не будет задувать холодный ветер. Но и важно отметить, посмотрите, у нас здесь с вами ворот-стоечка, мы можем его разложить, можем наоборот застегнуть полностью, закрыть свое горло. У нас кулиска подтягивает наши формы и не дает холодному ветру подойти к нам. Ну и давайте посмотрим по спинке. Вот ты знаешь, очень важно, что у нас с вами закрыта спина, ягодицы, и длина нашей парки закрывает все наши женские органы. Это важно не заболеть, важно сохранять свое женское здоровье. Выбирайте такую куртку и дочкам, и внучкам. Посмотрите, у нас здесь еще и затягивается кулиска, поэтому мы можем сделать такое ощущение кокона. К нам не заберется сюда холодный воздух. Ну и знаешь, еще, Арин, очень важно отметить, что у нас с тобой часто, как бывает, мы, например, играем с детьми или стоим на остановке, и нам ветер задувает в рука. Вот бывает у тебя такое, Арин? Конечно. И здесь у нас с вами есть еще и рукав Рибана, поэтому мы всегда знаем, что защищены от холодного ветра. Мороз сюда к нам не пройдет. Как же это уютно, как же это удобно, когда каждая деталь продумана для того, чтобы вам в минус 30, допустим, когда дует ледяной ветер, было тепло, было уютно, чтобы вы этой зимой ни в чем себе не отказывали буквально. Захотели пойти погулять в лес? Пошли погуляли, надели модную парку. Я думаю, каждый из вас знает, что выбирая такие вещи, мы с вами становимся моложе, потому что это ультрамодный тренд. И защита в минус 30 градусов мороза, так еще и роскошный мех. Кстати, мех отстегивается? Да, и посмотрите, мех отстегивается. Здесь у нас снят капюшон, и мех просто пристегнут на две кнопки. Мы можем легко его просто снять. И капюшон, и мех отстегивается. Стираем мы эту парку дома. И это бесплатная доставка в любой регион России. И самая выгодная покупка в течение всего дня на телеканале Shop & Show. Набирайте наш бесплатный телефон и успевайте заказать.